Доброе время суток. Меня зовут Дарт, и я буду трындеть. Я всегда трынжу, конечно, но в этот раз я буду трындеть без геймплея. Ну, почти. Поскольку на меня свалился одновременно приятный, потому что эту вещь я ждал, и неприятный, потому что ее ждал на месяц позже, и надеялся хотя бы успеть закончить батлдек, но... Точнее, закончить снимать батлтек, проредактировать, я уж молчу. Вот, но я пришел домой и... Пожалуйста, а Bloodstained, да? Если кто-то играл в классическую Castlevania, то это очень будет знакомо. Это, в принципе, те же люди, абсолютно те же люди, которым надоело ждать Konami, когда они раздуплятся и решили сделать свою... игру с картами и вампирами, да. Вот, понимали они это дело на Кикстартере, и понятное дело, что под такое у меня были лишние деньги. И я им дал денег. Вот, чтобы вы представляли, сколько оно стоит в ритейле, вот примерно так, это $30 или около того. Вот, ну. Так что это я тоже, по всей видимости, завтра, как только высплюсь, начну снимать, потому что я хотеть. Потом так забрасывать я не буду, поэтому, вероятнее всего, я сойду с ума и либо буду выкладывать в два раза чаще, либо в два раза больше, либо и то, и другое. И мне еще надо когда-то успевать заглядывать хотя бы в Warcraft, потому что скоро патч, и надо приводить свои дела в порядок. И я еще на какой-то черт взялся за Warframe, не спрашивайте почему, но... Это тоже скоро, скорее всего, на канал приедет, да? Это все опасно, так что, да. Если у меня появятся мешки под глазами вот до сюда, или я буду еще бледнее, чем обычно, или... не знаю, или за место меня вести передачу будет разумный енот, которого я подберу где-нибудь. Да, не удивляйтесь. Но та, чтобы вы представляли, чего ожидать... Запустим видос. Так, камеру нафиг. Видос врубить. Вот как-то так. Японцы сумасшедшие, мы это знаем. Да, да. Вот, ну... Так что да, так, такой мини-анонс, сумбурный мини-анонс, потому что, ну, мне еще бы, не знаю, тапочки надеть, может быть, я только вошел домой. Так что, вот, ожидаем, надеемся, что все пройдет нормально, и, ну, как бы ревью уже заставляют полагать, что все будет хорошо, и что мне это понравится, еще скоро мне должен будет подъехать отличный саундтрек. Ей, музыка. Больше музыки. Так что, да, все, я прекращаю трындеть, я пошел заниматься делами, я пошел снимать, я пошел делать полезные вещи, может быть, выспаться. Будем чисты, я никогда не высплюсь. Так что вот, на этом все, спасибо за просмотр. На ближайшие... до конца недели, в общем и целом, скорее всего, все будет как всегда, а потом поедет вот это... поскольку я успею отснять хоть сколько-нибудь материала. И мне надо найти джойстик, потому что он где-то в хламе. Вы не представляете, как выглядит это помещение за пределами камеры. И ваше счастье. Все, спасибо за просмотр. Всего доброго, удачного дня. И увидимся, очевидно, завтра.